Говорят, они действительно колонну ждали. Пропускаю. Наверное, колонна пропускает. О, зенитка. Степа, смотри, чтоб не это. Они, а, точно, мы, наверное, их пропускаем. Да, вон, смотри, отъехали. С той стороны что? Они бы нас отсюда нахрен. Быстро, да. Ну, с лазерным быстро. Прицелом, блин. Кто где? А вон там сидел, огонек у него светил. Все, блин. С открытой дверцей. А не, они вон едут на расслабоне, ноги вытащил. Все, они просто их... Заезжают. Паркуются туда. Пацаны, наверное. Камера сзади, да, у него или что-то? А очко рэпит, блин. А где танки? Сейчас дождемся. Бля, тихий, главное, такой. А где дальше поехали? Танки по городу, когда ехали, ой, шум от них стоял. Мимо моего дома по троллейбусной линии проезжала. Такой грохот. Три танка. Степа. Степа, ты там осторожно. А, трофейная, наверное. Коснута. Колонна была хорошая. Там еще теперь еще и же танки, наверное. Да, но украинских войск такого точно. Америка уже, наверное, что делает. А? Америка уже дело помогла. Аэропорты, наверное, не зря были закрыты. Не, говорю, это уже не украинские. Боже мой, вот это вот ребята тоже. Ну вот кому она нужна была, эта война? Вот перед Новым годом два танка и БТР погибли ополченцы и вырубили свет же. Там какая что-то же заваруха какая-то была. На Новый год был у вас свет? Лутугинский, нас не было. Лутугинский район без света был, Тельмана и вот это Артемовский и Ленинский. Да говорят же, что специально просто отключили. Танк? Не, не специально. Ничего не обязательно. Они же готовились на советское СССР праздновать. А. И три, на три дня ж было... А ты же какая у меня задница груженая? Снятая. На 3 часа минимум был. На 3 дня. И получилось, что мы без света просидели. Вон и танки едут. Ой, что он так тормозит быстро? Что-то у них закатило. Что значит? А, ведерко. Яйца. Самогоночка. Бля, какая дура. Дура. Что она будет трусить? Ну как не дрожь ей? Или мы на колесах начинаем? Луганский побитая дорога. Это сейчас под снегом не видно. А так побитая дорога, асфальт. Очень много. А знаете, что у нее эти крюки? Не знаю. Бампера. Да, там ставят. Вот так, колдобина. Убирай телефон. Шапка. И Урал туда прет. Ну. А ну, они же прокатали. Да ему, в принципе, пофиг, у него три моста, блин, все гребут. Да. Степ, не испытывай судьбу, а. Убери телефон. Убери телефон.